У нас сегодня 24 июня, и мы готовим экструдированный пенополистирол к монтажу вот в этом месте для предотвращения капиллярного подсоса между минеральной ватой и фундаментом. Напомню, что у нас цоколь разделен на две части, внешняя и внутренняя. Внутренняя составляет толщину 25 сантиметров, потом идет лой утеплителя толщиной 100 миллиметров и потом остальная часть 200 миллиметров. Внешний и внутренний цоколя перевязаны композитной арматурой. Высота экструдированного полиполистирола будет составлять примерно 170 миллиметров. Толщина будет 150 миллиметров. Дальше будет вензазор и уже кладка из облицовочного кирпича. Сегодня я почистил пылесосом полностью периметр. Теперь можно видеть утеплитель, сложенный в два слоя. Напомню, он простирается на глубину 90 сантиметров. Дальше будет идти рубероид на стеклохолсте. Рубероид будет разделять экструдированный пенополистирол и вату. Также он будет служить для возможного отвода влаги.